Чем выше на дорожном полотном сидит водитель, тем безопаснее. И дело не в прочности внедорожников и грузовиков, просто на легковушках обзор хуже. На челнинских проспектах и улицах притаились молчаливые враги безопасного движения. Они поджидают автовладельцев на съездах с местных дорог и разворотах. Что это такое, расскажем в следующем сюжете. Этот маневр сам по себе не представляет ничего сложного, его детально разбирают на уроках вождения в автошколах. Перестроился, зашел на разворот, убедился, что не мешаешь встречному транспорту, и все, ты уже движешься в обратном направлении. Но что если разглядеть приближающуюся машину, не дает сугроб? Такая картина на улице 40 лет Победы, Московском проспекте и Сюмбике, да и вообще по всему городу. Сегодня тепло, снег липкий, мокрый и тяжелый, сугробы просели, в морозы эти отвалы были еще выше. Я попросил нашего водителя Николая выполнить разворот на проспекте Сюмбике. Он уже больше 10 лет за рулем и чем не эксперт. Не видно ничего. А после прокомментировать, насколько опасным может быть данный маневр, если не уделить ему нужное внимание. Чтобы увидеть встречную машину, глаза должны быть за сугробом. А это значит, половина машины уже на встречной полосе. И с этим согласны все опрошенные нами водители. Присоединяются к этому мнению не только водители легкового транспорта, но и машин повыше. На дорогах гололед, так как температура в течение дня меняется с минуса на плюс и обратно. Так еще и сугробы мешают. В общем, об удовольствии от вождения речи уже и быть не может. Тяжело, конечно. Вот это дорожники виноваты. Они отсюда на развороте снег убирают и в угол только заталкивают. Надо смотреть дорожным службам. Но случай частный, есть где хорошо, есть где не очень. По машину приходится высовывать, под удар подставлять. Я не знаю, то есть надо меры какие-то принять. Дорожники, поработайте, пожалуйста, получше. Подумайте о нашей безопасности. Виноват сугроб. Такой формулировки в протоколе ДТП не встретишь. Всегда виноват кто-то из водителей. А поэтому сотрудники ГИБДД постоянно напоминают о сезонной опасности. Если раньше у нас за сутки зарегистрировано около 80 ДТП, то сейчас вот уже почти два раза увеличивается. То есть мелкие ДТП, это связано с дорожным условием. Водители маршруток страдают не только от сугробов на разворотах. Наледь на остановках для них причина ежедневного стресса. Там, где днем рыхлый снег и лужи, вечером каток и ледяные бугры. Ничего хорошего, ничего не поливает, ничего не убирает. Просто дворники вот отсюда все сгребают сюда, на дорогу. А тут ничего, ни транспорта, никто. Он прямо посередине можно останавливаться и народ высаживать. Предсказуемые, казалось бы, вещи для наших-то зим, но, как правило, по-настоящему избавляют от трудностей на дорогах в наших краях только солнце и весна. Но всему свое время, а пока интервал, дистанция, скорость, внимательность. Вот и все, что поможет избежать неприятностей. Егор Орлов, Радий Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.